Все ищут рецепт молодости, а он банален и прост. Экология, правильное питание, отсутствие стресса. И фармацевтика добавляем мы. Белмедпрепараты – абсолютный лидер по производству лекарственных средств на белорусском рынке. Белмедпрепараты – это более 90 лет опыта вместе с отечественной и мировой наукой. Это более 350 зарегистрированных лекарственных средств. Собственные разработки и дженерики, производство субстанций, противоопухолевые лекарственные средства, антибактериальные, противогрибковые и противовирусные лекарственные средства, лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Лекарственные средства, применяемые в офтальмологии. Лекарственные средства в форме мазей, гелей, кремов и растворов для наружного применения. Единственные в республике имеем лицензию на производство наркотических и психотропных препаратов. Белмедпрепараты – это 20 цехов на производственных площадках в Минске, Лиде и Скиделе. В последние годы компания прошла полное переоснащение. В лабораториях отдела контроля качества приборы соответствуют самым современным требованиям, что обеспечивает проведение входного, межоперационного и выпускающего контроля, гарантирующего безопасность, эффективность и качество производимых лекарственных средств. Мы установили оборудование лучших мировых поставщиков из Италии и Германии. Соответствие производства подтверждено сертификатами GMP, в том числе европейского образца. Более 40% продукции отправляется на экспорт, потому что наши технологии на службе здоровья без границ. Партнеры компании работают более чем в 25 странах. Нашу продукцию знают по всему миру, от Кубы до Австралии. Коллектив «Белмедпрепараты» — около 3000 профессионалов. Мы не случайно здесь. Мы преданы своему делу. Когда-нибудь мы обязательно изобретем таблетку вечной молодости. А сегодня рады тому, что каждый день наши лекарства спасают, помогают продлить жизнь и улучшить ее качество. Белмедпрепараты. Технологии на службе здоровья.